Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу показать вам, как выглядит моя теплица сегодня, 2 июня. Тот, кто смотрел предыдущие видеоролики, видел, что эта томатная теплица у меня была вся полностью занята рассадой. И изначально я высаживала только вот эту часть, которая для получения раннего урожая. Вот я высаживала Настенька и Демидов. А остальные высадила потом. Вот сейчас они почти все выровнялись. Наконец-то я всю рассаду отдала и посадила все свои помидоры. Настенька, которые высажены позже, они тоже уже все у меня с завязью. Демидов, несмотря на то, что у него кустики поменьше, чем у высаженного первоначально, но он тоже весь с помидорками. И вот так на 2 июня выглядит моя теплица. Все помидорки высажены, сразу привязаны, потому что несколько штук не привязала, они начинают прирастать тут же влажно корнями. И все у меня, я вот сегодня пришла прибраться, навела чистоту, порядок, все прорыхлила, удалила лишние листья, все прополола, почистила. И к вопросу о мульчировании еще раз замечу, что я люблю содержать свои томаты в чистоте, именно чтобы была четко обозначенная дорожка, без сорняков, чтобы были прорыхленные все вот эти вот луночки, потому что доступ воздуха к корням — это очень важно, один из самых главных факторов получения богатого урожая. Если бы я не рыхлила весь сезон, после полива земля все равно как-то клекнет, спрессовывается, нет. Я делаю вот так. И когда мне задают вопрос, вы так садите по 2 в лунку, как вы пасункуете, потом ходите, я даже не понимаю, в чем смысл вопрос. Захожу легко и непринужденно и пасункую, все. Вот такая у меня дорога получается. Вот они мои томаты, все пропасанкованные. И Демидов уже тоже в хороших завязях. Все-все-все в помидорках. Никто никому не мешает. Ни я помидорам, когда я здесь хожу, ни они мне. Широкая дорога, несмотря на мою крупную фигуру, я здесь свободно помещаюсь. Разворот. Пошли назад. Все, и рыхлить, и полоть, и пасынковать. Очень удобно. Пасынковать, извиняюсь. Все, вот такая ситуация у меня в теплице на 2 июня. Кому было интересно, как растут дальше мои томатики, вот я вам сегодня показала. Кустики буквально все-все-все улеплены помидорками. Вот это сорт Настенька. Нижние кисти уже заметно укрупняются, а верхние начинает завязываться третья, вторая, третья, четвертая кисть цветет. Скоро куст завершит свое формирование и начнется созревание плодов. Все, до свидания. Кто хочет посмотреть предыдущие ролики, как я высаживала, как выращивала рассаду, заходите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все лето буду показывать, как дальше растут мои томатики. Растут они очень хорошо. До свидания. Желаю вам таких же богатых урожаев.